Крещенская ночь в Ярославле прошла без особого снегопада, так что с погодой отмечающим повезло. Один из главных православных праздников тысячи горожан решили встретить с погружением в Иордане. Обошлось без происшествий. В Крещенскую ночь в Петропавловском парке у Иордани сразу после ее освящения собрались сотни горожан. Нельзя сказать, что это был какой-то сверхнаплыв желающих окунуться, но по многолетней традиции это место стало самым массовым для купания в Ярославле. Температура воды вообще обалденная. Выходишь, как заново родился. Ощущение очень хорошее. Удовлетворение, собственно. Да. Просто вот сейчас стоишь, то есть вам холодно, а мне тепло, а мне хорошо. У многих солидный стаж купания в Крещение. У нас на него синоптики обещали минус 22. По факту оказалось минус 13. Но, как выяснилось, для тех, кто исполняет обряд погружения в святую воду, чем морознее погода, тем лучше. В том году купался в Нижегородской области. Было очень тепло, было намного хуже. Власть из воды и намного хуже. Сейчас похолоднее, более-менее нормально. Поза ту зиму была там 30-ка, если не ошибаюсь. Вот тогда вообще выходишь и все. Вот, ну, вот я сейчас стою уже с вами нормально, разгаю, не трясусь, ничего, все нормально как бы. Всю ночь у купели дежурили спасатели. Они контролировали движение очереди к проруби, следили за порядком и безопасностью ныряющих, помогая кому словом, а кому и делом. Мы контролируем, чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения в воду не заходили, так как это запрещено. Также контролируем их самочувствие, когда они находятся в проруби. А люди обращаются с такими просьбами, кто в первый раз идет купаться, чтобы сотрудники просто помогли, поддержали физически. К слову, купаться в Крещение не обязательно. Даже самые преданные верующие не всегда окунаются в ледяную воду. В церковной традиции такого обязательного обряда нет, ныряют все добровольно. Однако считается, что те, кто искупался, обретают силы, иммунитет от болезней, избавляются от плохих мыслей. Первый раз я купался, было минус 30, был ветер, я купался в Ваньково. Там будки сдувало просто, вот эти, которые там переодевальные. Не умер, ничего, все нормально, стою. Хотел попробовать, боялся сначала, но друг уговорил. И поддерживаю, каждый год буду купаться.